Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Вот, водичка так очищается. Видно рыбку всю. Видно на дне название насоса. Отсвечивает. Ну, мне, короче, видно. Эко написано беленькими буквами. Вон, ждут, когда покормят. Я им, короче, я немного секрета узнал. У меня вот эти гранулы, они большие. Я их наполовинку ломаю, сижу, когда смотрю на рыбку. И когда я вот такими гранулами, да, кормлю, они намного охотнее едят и быстрее. Сейчас откину чуть-чуть, пускай это. Кормлю по чуть-чуть, потому что это вот они по дну плавают. Голодненькие. Вот эти маленькие гранулы, они хорошо проходят. Я что-то с самого начала не подумал, то что у них же, ну, как там, желудок-то проход маленький, а эти гранулы большие изначально. И поэтому они едят так плохо. А маленькие вот такие вот наполовинку начал ломать, так они сразу начали все уплетать. И малыши рыбки, маленькие рыбки едят, и большие, короче, активнее стали есть. Вот, так что имейте в виду, когда покупаете, лучше брать маленький корм, ну, маленькие гранулы. Они быстрее и лучше, наверное, перевариваются у них. Вот, и результата лучше от этого. Ну, больше результат. Вот. Вот так водичка очищается. Вот я на дне вижу, как малек плавает. Вот моя орошайка работает. Так, падает струя. И разбивается во все стороны. Это чтобы капельки не брызгали. Я думаю, вообще пленкой приклеить пленку прозрачную. Ну, чтобы видно было, какой там процесс. Вот, и с этим меньшим, с этими меньшими гранулами, с маленькими, они начали больше съедать. То есть большие, они, видать, у них поперек горла вставали, и не получалось у них много есть. А с мелкими вообще то, что надо. И отход, ну, вот в скиммер засасывается, ну, намного меньше еды. То есть практически уже не засасывается, он малыши долбит. Пока еще не получается у меня, ну, близко с ними находиться. Я так каждый день потихонечку по несколько сантиметров приближаюсь к кормушке, чтобы они и кушали спокойно, и я мог их заснять. Вот такой вот результат. Ну что, обжора еще вам дать?
как говорится, лучше не докормить, чем перекормить. Поэтому буду стараться чуть-чуть не докормить. Тем более уже сегодня такое 29 или 30 сентября. Вода у меня в районе 15-16 градусов. Солнышка нету. Жалко, солнца нету. Когда солнце выходило, буквально там часик, и в теплице уже тепло. Вот. И вода сразу прогревается на несколько градусов. А так, дожди когда, и на улице плюс 3, плюс 5, совсем не классно. Но теплица решает, это 100%. Ни капли не пожалел, ни копейки, что ее поставил. Посмотрим, что будет зимой. Вот это интересно. Ультрафиолет работает. Озонатор тоже работает. Озонатор ночью работает. И он включается где-то с 12 до 6 каждые полчаса. Хуже не будет, а лучше точно будет. Ну ладно, уже наелись. Не хотят уже. Пойду и я поем. Вот. Ладненько, если есть вопросы, задавайте, подписывайтесь. И увидимся в новых видео. Всем пока.